Добрый всем вечер. Ну, поскольку сейчас дождь, я хочу начать свое выступление с песни, которая называется «Смотреть в глаза дождю». Слушайте, здесь чужих на свете нет, и будет меньше.
Не покинь меня,
меня. Ты прости за то, что в потоке смут ошибался тебя гоня. Да хранит тебя всемогущий Бог за невидимый вечный кров в нем. Тепло и жизнь в нем, добро и мир. В нем основа из всех основ. В нем основа из всех основ. Спасибо. Сергей Николаев. Так, сейчас я помогу Сергею. Зеленый фрукт или красный? Зеленый Гринпис. А это не красный. Тоже не красный. Итак, Сергей Николаев у нас представил то, что у нас происходило зимой. Ну, то есть, это, конечно, представить это сложно. Но, по крайней мере, он у нас выступал зимой на студии сотворчества в рамках фестиваля «Дождь». Собственно говоря, с этого фестиваля начался. И сейчас Анна Псурцева, она тоже сыграет как представитель сотворчества. Она у нас там часто выступает. Очень у нее оригинальное свое творчество, считаю. Вот, и надеюсь, что многие его сегодня оценят, пока все еще подтягиваются после дождя. Вот. Напоминаю, что у нас